Приветики, мои котята, с вами Брика, и добро пожаловать в Animal Jam. Итак, я поставила логово ботанический сад, так как уже наступила осень. 3 сентября сегодня. Сегодня у нас пришло обновление. Давайте вместе с вами с ним ознакомимся. Зверьки за самоцветы. Теперь тигры, панды и лисы продаются за самоцветы? Вай, ничего себе. А тигра, кстати, у меня нет. Можно будет тигра купить. Панду и лисичку я покупала. Лисичка очень классное животное. Если ее продают за самоцветы, то очень круто. Стань одним из этих удивительных животных и гуляй по джама, задрав хвост. Пусть все завидуют. Обалдеть просто. Но завидовать тут нечему будет, потому что я понимаю, что эти животные будут доступны абсолютно всем желающим. Также у нас появилось новое играбельное животное – чихуахуа. Маленькие, но очень веселые и энергичные собачки носятся по всему джама. Чихуахуа произошли от собак, которые жили у мексиканских аборигенов сотни лет назад. Кстати, я об этом факте не знала. Хочешь, чтобы новый песик выглядел стильно? Купи комплект, ну как всегда, вместе с эксклюзивным комплектом. Также мой магазин для всех. Теперь мой магазин может открыть каждый игрок, выставляя на продажу предметы и получая за них сапфиры и сама цветы. Если же ты подписчик Animal Jam, то комиссии с продаж в магазине не будет. Если ты подписчик, то комиссии с продаж... не поняла. Вот это вот я не поняла. Ну ладно, я тогда забью, наверное, магазин и открою логово для того, чтобы любой желающий мог купить товары. Светящиеся дождевые червячки, вай, ну наконец-таки. У меня, кстати, жетончик есть. А, нет, подождите-ка, жетон... Жетон светящегося дождевого червячка, по-моему, всем дают, да? Да, джама приползли светящиеся дождевые червячки. Чтобы достать этих милых и смешных созданий, брось питомцы мат жетон светящегося червячка. То есть, получается, они доступны для всех. Или, а, нет, жетончик 50 сапфиров стоит. Я думала, они бесплатные. Шанс на награду. Это я стопроцентный, да? То есть я его должна купить. Ладно, давайте купим. В принципе, 50 сапфиров стоит любой питомец, поэтому без разницы. Но это еще не все. Вечеринка в парке для питомцев. Всех питомцам пора на прогулку. Открой список вечеринок и найди вечеринку в парке для питомцев. Бери питомца и вперед гулять. Так, что у нас там по вечеринкам? Давайте посмотрим. Школьная вечеринка сейчас доступна. А, в парке для питомцев вечеринка будет доступна через 15 минут, поэтому да, в этом видео мы туда сходим. Вай, ну столько всего интересного! Прям глаза разбегаются. Давайте посмотрим наших животных, которые продаются за самоцветы, сколько они стоят. Так, это новинки, новинки, новинки. Так, где наша лисичка? Где наш тигр, у которого у меня нет? 3000 самоцветов всего лишь стоит животное. Обалдеть. Конечно же, покупаем тигра. Дорогой, яркий и гордый. Пускай будет. Обалдеть. Я теперь могу играть за тигра. Как это здорово. Слушайте, ну давайте остальных животных посмотрим, сколько они будут стоить. Может быть, там разные цены. Интересненько. Вот это распродажа, слушайте, и все в одном обновлении. Прям глаза разбегаются, если честно. Лисичка, 6000, она подороже, кстати, стоит лисичка, но я думаю, 6000 самоцветов могут накопить абсолютно все. А пандочка тоже 6000 стоит, а почему тигр такой дешевый? У меня же не было тигра, я надеюсь. Вроде бы я его не покупала. У меня тигр всего лишь один. Неужели я два тигра купила? Почему он у меня со скидкой был? Так, у меня уже паника. Так, давайте посмотрим еще раз. Нет, тигр у меня один. Все нормально. Лисичка у меня есть. Я ее за сапфиры покупала, кстати, за 150 сапфиров. И пандочка у меня тоже за 150 сапфиров, по-моему. Без распродажи я их покупала. И тигра я купила за самоцветы. Ну, это очень круто. Так, ну хорошо, чихуахуа. Я могу купить сразу комплект. Джама ливудский костюм. Ну, конечно же, я буду покупать комплект. За 250 сапфиров. Хвостик, фонарик. Ну, какой-то странный комплект, если честно. Но мы сейчас все это примерим. Сейчас мы это все примерим. Немного странно, конечно. Очки классные. Шляпу я тоже заценила. Он, кстати... Так, на финика очень сильно похож, да? Согласитесь, очень сильно похож на финика.
Так, вот такой у меня будет чихуахуа. Ой, ты какой милый, вы посмотрите. Я даже реснички не хочу ему ставить, но можно будет посмотреть. Ну, с ресничками тоже очень милая собачка. Очень милая. Ну, давайте примерим костюмчики. Так, первый костюмчик. Карамельный латте. Странно выглядит. И второй вот такой вот костюмчик. Джама оливудский. Сет. Ой, ну Джама Оливудский, конечно, вообще очень круто выглядит. Слушайте, я такую расцветку и оставлю. И сверкает. Ой, как красиво. Ой, надо же. Я сейчас еще пойду за червячком. Так, обязательно посмотрим действие. Червячка сейчас приобретем. Так, червячок у нас в питомце мать, поэтому мы идем в суходолье. В коготки и лапки, потому что питомце мать только там у нас доступен. Текс. Ой, ну, приветик всем чухуахуа. Так, все, запускаем. Ой, подождите-ка. Жетон. А, ну жетон я уже приобрела. Все, запускаем. Так, используем жетон. Активируем. У меня там еще один жетончик есть. Я его обязательно потрачу, но уже в следующем видео. И вот такой светящийся у меня червячок. Ага, спасибо большое. То есть расцветку здесь выбрать нельзя. Можно вот только такую, да? И посмотрим, что-нибудь для него есть или нет здесь. Нет, к сожалению. Да, для него здесь ничего нет. Очень жаль, конечно же. Ну хорошо, идем обратно в логово. Для того, чтобы рассмотреть этого червячка. Так, давайте его поменяем. Текс. Где он у нас? Червячок? У нас далеко убежал, что ли? Эй, червячок, ты где? Ой-вай, сейчас мы будем очень долго его искать, потому что у меня очень много питомцев. Так. А, вы, кстати, просили посчитать, сколько у меня животных. У меня не все животные. У меня из стандартных животных, по-моему, нет волка. Только осталось волка купить. Тигра не было, вот тигра сегодня купили. Так, вот такой вот. И еще у меня нет волка. Нужно будет купить волка. Вот такой червячок. И тогда у меня будет, наверное, полная коллекция. Ну, кроме редких животных, там, типа, коалы. Коала, по-моему, как редкое животное считается. У меня ее нет, этого животного. Так, ну что ж, давайте теперь посмотрим наши действия. Ну, червячок очень прикольный. Так, особое... А, танцуем. Ох ты, ну, естественно, он будет танцевать змейку, червячок. Ой, как чихуахуа танцует, очень мило. Особое действие, смотрим на обоих. Так, он там что-то роет, а червячок просто качает головой, прыгаем. Очень мило прыгает, кстати, червячок, обратите на анимацию, сидим. И необычно сидит, и спим. Угу, я думала, он калачиком свернется, он просто так спит. Очень мило и очень классно, слушайте, обалденное обновление. Мне безумно понравилось. Кстати, я еще не открыла колбу, мне постоянно напоминают участники стаи, Галя особенно пишет все время, Прик, открой колбу на видео, колба у меня там уже месяц стоит, кстати. Вот, нужно будет ее открыть, но я думаю приурочить к видео про питомцев, наверное, когда питомцы еще новенького добавят, может быть и не добавят, не знаю, может быть в следующем видео будем открывать, вот, когда добавят новое логово. Потому что сегодня мы, считайте, приобрели уже червячка, приобрели два животных, и так уже много всего понапокупали. У меня еще жетон есть, колбочка, получается, есть на животное, да, и что еще? А, еще можно будет подарок дружка открыть. То есть три открытия у нас будет, наверное, в одном из следующих видео. Так, и еще у нас же обновились бега, должны были обновиться бега. Так, пройдите по подписку, да, конечно. Отправляемся в убежище. Обнова, кстати, не у всех. Я обратила внимание, у чипсика обновы нет на андроиде. Есть на ПК, наверное, на компьютере, кто со стима качал игру. И, может быть, на iOS мы не проверяли. Вот, но на андроид еще пока обновы нет. Но я думаю, что к тому времени, когда выйдет видео, у нас появится обнова. И все будут уже вместе со мной делать покупки. Так, давайте здесь посмотрим, что нам в сундуке дали. Ух ты, небоскребы малыши, вай, ничего себе, как круто. Так, ну что ж, отправляемся в стайные бега, сейчас посмотрим, что нам дают. Во-первых, слишком много яблок, а-а-а, какая красота. У нас новый сет будет, это очень круто. Начинаем, посмотрим, поменяли ли локацию, ну вряд ли мы поменяли локацию, наверное, все то же самое, осенняя локация у нас будет, кстати, новая.
Так, тыковки здесь собираем. Ну, все как обычно, да? Вай, какая красота! И все это складываем. И складываем урожай вот сюда. Так, еще вечеринки я хотела посмотреть. Давайте быстренько пробежимся по школьной вечеринке. И потом уже как раз откроется вечеринка для питомцев, да? Тут у нас школа. Давайте посмотрим, что нам здесь добавили в магазин. Повязка. Ничего себе, повязка стаи. Вай. Ну-ка, давайте-ка глянем. Это ж куда нам повязку-то надевать? А, принадлежность к стае. Круто, по-моему, раньше такого не было. Я не помню, чтобы такое было. Ну, рюкзак и школьная форма она была. Для мальчиков, для девочек. Вот. А вот повязки не было. Это классно, кстати. Так, ну давайте еще пробежимся. Может, еще что-то новенькое есть? Нет, больше ничего новенького. Здесь тоже класс химии. И вот такие школьные шкафчики. Такая школа американского типа. Итак, вечеринка для питомцев тоже уже открыта. Отлично, я на паузе подождала немного времени. А, ну я думала, что я буду здесь играть питомцем. Угу. Оказывается, нет. Так, это что такое? Было только что. Вроде бы как включен был фонтанчик. Ай, сколько здесь аттракционов-то? Ничего себе! Что тут можно делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня закружили. И выскакиваю. Прикольненько, горка здесь есть такая. Ю-ху, класс. Ну, слушайте, здесь весело оказывается. Эй, меня не пустили сюда. Можно на качельке покачаться. Ой, как классно. И народу столько много. И можно раскачиваться. Ничего себе. И выпрыгиваем. Вот это да, вот это вот мне нравится. Так, а здесь? А сюда я могу запрыгнуть? Эй, как сюда запрыгивать? Не пускает меня. Не пускает. Эй. Не могу туда запрыгнуть. А, вот запрыгнула. Запрыгнула на ламу. Так, и... Ой-ой-ой, как здесь много нас. Да, ну слушайте, весело. Так, а дальше что здесь? Можно сюда пройти, да? А, здесь можно вокруг просто обижать. Есть магазины. Давайте посмотрим, что в магазинах. Собачий преддверный коврик. Кошачий. Ну, давайте кошачий купим. Тут даже разные расцветки есть, кошечки. Вот такую кошечку возьмем. Да, это коврик мне нужен. Это очень классно. Так, а это что такое? А что это такое? Ой, приветик, приветик всем. Привет всем. Всем привет, привет большой. Снимаю видео, всем передаю привет. Всех вижу, не переживайте. Так, собачья бейсболка, кошачья бейсболка. Ой, сколько всего. Очень классно. А бейсболка с сеткой есть. И для питомца. Ничего себе, вот это да. Ой, ну привет, привет, привет. Все в YouTube попали. Пушинка, Яга Милоид, Кира, Фнафка. Всех вижу, всех вижу. Всем, конечно же, передаю привет. А, Мандариныч, привет тоже тебе. А, Сапфиричи, Сапфирчи, тоже тебе привет. Мио 14, привет. Фнафка 32, привет. Дарс Дил Лорд, привет. А, так, Скорпион 96, привет. Хищница 00, привет. Ох, Лемурха, тоже тебе привет. Я надеюсь, никого не забыла, но если я кого-то забыла, давайте вот здесь тогда я вам включу сейчас, те, кто рядом. Вот. Так, Пушинку я, Алиса Дракон, кошечка, фу, ого, ничего себе, вас тут так много, всех-всех-всех вас показала. Да, конечно же, милая собачка, тоже 330 там с чем-то, тоже тебе привет, всех-всех-всех показала. Да, обнова, конечно, Ананджев, кстати, привет тоже тебе, обнова обалденная просто. Галя, дай хлеб, ну, тебе тоже большой огромный привет. Я отсюда убегаю. Вечеринка классная. Звери тоже очень классные, играбельные. И очень здорово, конечно, что разработчики сделали все бесплатно. Особенно магазин. Кстати, я один из магазинов уже заполнила. А сейчас я вам его покажу. Хорошие вещи, конечно же, очень быстро раскупят. Я сейчас после видео открою логово. Вот, заполню еще вот эти два магазина, которые у меня по бокам стоят. И надеюсь, что вы ко мне придете в гости. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Animal Jam. А с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.